другим молекулам пересекает. Здесь один вид осмысла с другим молекулами пересекает. Они есть, но между ними есть маленькая полоска, в которой они пересекают. Пришествие, пришельца. Пришельца, рождение этих нюансов. Сращение именно видов искусства, потому что виды искусства есть. Скульптура, живопись, графика, архитектура. Они делятся на жанры. Пейзаж, портрет, натюрморт. Что бы ты ни писал, какая бы ни была идея, концепция, методика и средство выражения, искусство должно быть культурным. Что вот это эпоха, такие авторы, в такой цветовой гамме, такие композиционные решения, такие технические характеристики. Это потом придет, а сейчас оно в процессе, так же как и модерн, когда был в процессе Климт и Муха. Вы что думаете, им легче было? Большая субъективная эклектика, то, что называется постмодернизм. Чувствуете, каждый зритель имеет право чувствовать. Это основное.